Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на поединке 22-го тура первого дивизиона, который начнется буквально с минуты на минуту. И сегодня здесь, на главном стадионе Северного округа, сражаются «Волна» и «Северный альянс». Один из двух, наверное, самых интересных поединков этого игрового уикенда. Сегодня утром ВЭТ и Родина в очном поединке уже здесь сыграли, и неожиданно ВЭТ оказался сильнее лидера чемпионата. И вот теперь второй поединок, который приковывает всеобщее внимание. Здесь сражаются коллективы, которые по большому счету сейчас ведут борьбу за промоушен в связи с регламентными изменениями. Сегодня стало уже известно, что произошли определенные изменения в схеме ротации между дивизионами, и по итогам чемпионата первого дивизиона напрямую в вышку попадут сразу 4 первых коллектива. Это сразу же меняет определенные расклады в турнирной борьбе. И Северный альянс с Волной, которые на самом деле располагаются на 5-м и 8-м месте в турнирной таблице, имеют отличные шансы на промоушен. Здесь опять же нужно многое уделить касательно турнирной таблицы, потому как слишком разное количество сыгранных матчей уже у участников сегодняшнего поединка, да и у других команд первого дивизиона. Но обо всем об этом, наверное, уже чуть попозже поговорим, потому как главный арбитр встречи Сайфудин Рамазанов дал свисток, возвещающий о начале этого поединка. Давайте пробежимся по стартовым составам играющих команд. По своей традиции начинаю я с номинальных гостей. Футбольный клуб «Северный альянс» сегодня вынуждены подопечные Александра Соловьева действовать в манишках, потому как очень близкие цифровые гаммы двух экипировок соперников. Итак, в воротах у Северного альянса Алексей Герасимов, номер 1, в центре обороны Дмитрий Гаврилюк, 5, слева Даниил Герасимов, 77, Александр Игнатьев, 23, справа в защите. Три центральных полузащитника, именно так акцентировал внимание наставник Северного альянса, это Кирилл Бабаев, 11, Арсений Иванов, 17 и Артем Магулаев, 37. На острие атаки должен был появиться с первых минут Владимир Победимов, но, судя по всему, как и предупреждали меня на самом деле заранее, опаздывал попросту он на стадион, и поэтому с первых минут появился Александр Соловьев, номер 14. Уделяет он значительное время в последнее время своей физической форме, постоянные пробежки, даже вот перед игрой, до того, как сказал мне стартовый состав своей команды, сделал несколько рывочков вокруг стадиона, так что сейчас предоставляет он на самом деле ударную силу своей команды и уверенно изрядно потрепет нервы обороне своего оппонента. Ну а «Волна» сегодня в следующем сочетании действует, в своей традиционной темно-синей форме. В воротах Антон Райский, номер 1, Александр Кондратьев, 12, слева в обороне, Вячеслав Плужников, 9, в центре, Евгений Нургалиев, 8, справа, Руслан Кузнецов, 3, в центре полузащиты расположился, Алексей Янгель, 15, и Андрей Почепцов, 10, будут действовать по краям полузащиты. На острие атаки Руслан Кайнов, номер 11. Отсутствует сегодня, насколько я понимаю, и в заявке, и вообще на стадионе Александр Румянцев. Есть еще потери, на самом деле, и у одной, и у другой команды. Поговорим о, скажем так, регламентных потерях. Это важнее. Здесь надо отметить, что не может в сегодняшнем матче у Северного альянса принимать участие Евгений Ескин. У него 4 желтые карточки по прошествии 20 игр в чемпионате. На прошлой неделе в поединке против Интера получил он свой, скажем так, лимитный горчичник, и сегодня принимать участие в матче не может. Есть и другие потери, о них чуть попозже. Давайте за штрафным понаблюдаем. Хорошая точка для прямого удара, но в стенку попадает мяч. Атака, правда, продолжится на подборе футболисты Северного альянса. Правда, приходится вот так вот едва ли не на свою половину поля возвращаться. Здесь под прессингом Андрея Почепцова оказался один из защитников альянса. Достаточно проблематично их сейчас будет идентифицировать. Опять же, зимний комплект экипировки. Там и так-то номера небольшие такие на груди, но еще и
манишки зеленого цвета скрывают их, поэтому будем, наверное, ориентироваться уже по происходящим событиям на поле. Пока что угловой зарабатывает Северный Альянс, и сам же Соловьев и отправится со своей левой ноги выполнять подачу от углового флажка. И в итоге удара. Здесь, правда, заблокировали его защитники волны и не позволили таким образом вступить в игру Антону Райскому. Возвращаясь к турнирной таблице, о которой немножко мы сказали в самом начале поединка, когда представляли играющие команды. По факту, номинально в турнирных раскладах сейчас выше располагается команда Александра Румянцева. Волна на 5-м месте, и по прошествии 20 проведенных встреч в активе у коллектива 38 набранных баллов, у Северного Альянса в активе 33 очка, но при этом уже два поединка переносили представители Северного Альянса. Здесь, опять же, необходимо понимать, что СА как чемпион прошлогодней дивизиона 2А представляет Северную Лигу в турнире Лиги Москвы. И один из переносов был связан именно с этим. Ну а второй перенос в начале этого года был совершен. И с прямым конкурентом тогда не стали играть футболисты Альянса, попросили перенос у Булата, и те, в свою очередь, не отказали им в этой просьбе. Поэтому по потерянным очкам, по большому счету, Северный Альянс сейчас на 1 балл опережает волну, а в случае успеха в сегодняшнем противостоянии может и вообще оторваться от прямого конкурента и приблизиться по набранным баллам к ним же. Еще один стандарт у ворот волны, на этот раз угловой от левой бровки. Вновь Соловьев там выполнял подачу, и вновь до удара по воротам дело не дошло. А вот контрвыпад волны может получиться очень интересным. Кайнов здесь зацепился впереди и переводил мяч на противоположную бровку. В итоге до партнера мяч не дошел. Здесь Почепцов и Янгель в итоге борьбу соперникам навязали. И под высоким прессингом пришлось просто разряжать обстановку и туда вперед выбивать. Пока на самом деле без особых моментов проходит игра. Ну и понятно, цена ошибки слишком велика. Пока раскрываться команды не очень хотят. Но при этом отметим, что таким территориальным, игровым, что ли, преимуществом с первых минут завладели именно номинальные гости. Топечный Александр Соловьев больше с мячом на чужой половине поля оказываются. И в основном волна только контратаками отвечает. Но вот сейчас есть возможность со штрафного проверить Алексея Герасимова. Руслан Кайнов будет пробивается, лучший бомбардир волны и один из лучших снайперов всего чемпионата. На его счету в нынешнем сезоне уже 28 забитых мячей, больше только у Николая Видищева из FIFT и у форварда Россенера Никиты Козлова. Здесь не дойдет передача до адресата, вовремя из ворот вышел Антон Райский и разрядил обстановку. Тяжело здесь на самом деле ориентироваться, в том числе и с площадью ворот. Припорошено поле снегом, и понять, где именно с нашей позиции заканчивается штрафная площадь, достаточно сложно иной раз. Но вот голкипер, выйдя из ворот, не стал рисковать и просто сыграл как полевой футболист. Хороший удар из-за пределов штрафной. Чуть-чуть мяч со створом разминулся. Кому-то из присутствующих на стадионе могло даже показаться, что сейчас и первый гол состоится. 8,5 минут сыграли команды в первом тайме. Счет по-прежнему 0-0. Посмотрим за ответом волны. Кайнов вновь спиной к воротам принимает мяч, и приходится ему разворачиваться и через партнеров выходить. Кондратьев снова получает ответную передачу от Кузнецова направо.
и неточная передача на перехвате. Здорово здесь было сыграно, но ответ не получится. Также чуть неточность подвела. Но вообще надо, наверное, пару слов сказать о качестве покрытия. Все-таки вы и сами, наверное, прекрасно видите. Но, тем не менее, ошибок сегодня будет больше обычного, потому как обильный снегопад прошел сегодня днем. И даже те усилия, которые работники стадиона до начала игрового дня предпринимали, чтобы очистить газон стадиона на Флотской, сейчас они оказались впустую, потому как пауза между играми слишком минимальна, чтобы еще какие-то определенные сделать перестановки. Ну а у нас первый гол тем временем забивает Северный Альянс. На самом деле все выглядит достаточно логично. Альянс много атаковал, Альянс здорово начал эту встречу и в итоге на 10-й минуте забивает первый гол этого поединка. Знаете, вот принято, что ли, в футболе формата 8-8 считать быстрым гол мяч, забитый в первую 10-минутку. Вот в такую негласную терминологию в итоге все-таки успели первое взятие ворот уместить подопечный Александра Соловьева. Сейчас попробуем уточнить, кто же именно стал автором первого гола. Там хороший выстрел удался в самую дальнюю девятку. Мяч даже вот задней стойки ворот, по-моему, в поле потом выскочил. И кому-то могло даже показаться, что здесь взятия ворот не будет. Но автором гола становится Арсений Иванов. Именно он отправил мяч в сетку ворот Антона Райски. А голевую передачу ему Артем Мугулаев отдал. 1-0. Что ж, Северный Альянс, словно подтверждая статус предматчевого фаворита по потерянным баллам, выходит вперед. Но опять же повторюсь, да, наверное, исходя из того, что мы успели увидеть в стартовую 10-минутку, этот результат выглядит достаточно закономерным. Но на достигнутом останавливаться подопечные Соловьева не собираются, продолжают они идти вперед. Здесь, правда, сейчас здорово в отборе Александр Кондратьев сыграл. Но быстрой контратаки не получится. Северный Альянс уже и в оборонку успел отойти. И не особо спешат футболисты волны. Максимально вертикально не играют. Хотя вот, например, вы сейчас этого не видите по телевизионной картинке. Руслан Кайнов максимально так растягивает линию обороны соперника и в чужую штрафную ушел. Вот сейчас выходит из-под нее, но передача получилась хоть и точной, но достаточно сильной. И в итоге скидка пришлась не кстати на Андрея Почепцова. У того шансов обработать передачу было не так уж и много. Снизился все-таки темп, да, после стартового спурта в исполнении обеих команд. Опять же, быстрый гол Северный Альянс сумел забить. Сейчас чуть больше действует на удержание, хотя и до этого не сказать, что максимально быстро старались они разыгрывать атаки. Тем временем, к слову, еще и замена, да, сразу после забитого гола случилось у Северного Альянса. Посмотрим, кто появился на поле. Предполагаю, что если покинул пределы зеленого прямоугольника Александр Соловьев, следовательно, это Владимир Победимов подъехал на Флотскую. К тому же он со всеми там здоровался во время своих первых мгновений на газоне. Так что, наверное, мое предположение в этом контексте будет абсолютно верным. Перехват. Янгель здесь с мячом на своей половине поля. Ищет вариант, кому можно отдать, но немножко завозился с мячом. И хорошо еще, что после рикошета мяч к своему отскочил. Вполне можно было атаку в чистом большинстве таким образом получить в свои ворота. Но здесь Гаврилюк спокойно с Герасимовым отыгрывается. Все, Герасимов дальше налево на Даниила играет.
прессингуют Герасимова. Кузнецов, но тот в итоге свой рейд завершает тем, что за лицевую линию ворот Райского выходит, так и не сумев выполнить обостряющую передачу. Ну вот теперь замена у Волны. Тем временем здесь вариантов не так много. Это Сергей Рыков появляется на газоне. Всего одна возможность для ротации у команды Александра Румянцева. И вот 13 номер в линию полузащиты появляется на экваторе первого тайма. На 1-0 по-прежнему впереди Северный Альянс. Здесь здорово за мяч вновь Кайнов зацепился. Пас в штрафную. Не обработал передачу Алексей Янгель. В итоге затем мяч, правда, отвоевал. Пас под удар. Страхуют своего голкипера защитники Альянса. Это Дмитрий Гаврилюк был. Не позволил он мячу дойти до ворот. В итоге опасность миновала. Но потихоньку, вот после пропущенного гола, Волна забирает инициативу в свои руки. Возможно, это соперник, безусловно, дает делать, играя больше по счету. Опять же, достаточно молодой состав у команды Александра Соловьева. Контратаки могут быть опасным оружием и в их руках тоже. Опять же, и ошибок может быть больше в передачах. Вот как, например, сейчас 3 в одного выходят футболисты Северного Альянса. Нужно доводить эту атаку до забитого гола. И делают это номинальные гости. 2-0 становится счет на 16-й минуте этого противостояния. Здесь, конечно же, одним из соавторов этого гола Александр Кондратьев будет. Именно он отдал такую поперечную, по-моему, передачу. В повторе потом мы сможем этот момент еще раз оценить. Но вообще было разыграно, конечно, все идеально с точки зрения Северного Альянса. Перехват, быстрый прорыв, пас на вторую линию. И даже несмотря на то, что этот ассист получился чуть-чуть неточным, и не тому футболисту в итоге он достался, кому предназначался, наверное, изначально, тем не менее, там уже промахнуться практически по пустому створу шансов у Владимира Победимова не было. Априори 2-0 становится счет. Северный Альянс делает весомую заявку на победу в этом поединке. Хотя напомню, что и в первом круге матч этих двух команд получился достаточно результативным. На двоих коллективы забили тогда 10 мячей. Со счетом 6-4 Северный Альянс одержал победу. Но тогда солировали в том противостоянии два футболиста, которые сегодня в этом матче принять участие не могут. О Ескине мы с вами уже говорили, что он дисквалифицирован и пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Ну а другой игрок перешел в футбольный клуб КДС, который во втором дивизионе выступает. Речь идет, конечно же, о Глобе. Хотя и еще несколько игроков, экс-уже игроков Северного Альянса, отправились в команду трех улиц в прошлое уже трансферное окно. Северный Альянс, на самом деле, успел уже привыкнуть, как играть без своих экс-лидеров. Здесь, конечно же, и Сергея Колобенкова мы можем вспомнить, и других футболистов, которые являлись главным звеном в действиях Северного Альянса в начале сезона. Ну а тем временем гости продолжают атаковать и после перехватов, и после позиционных атак. Вот сейчас только забить, даже пробить поворотом забыли. Тем не менее, опасности у ворот Антона Райского достаточно много в первой половине, в то время как Герасиму большую часть времени приходится откровенно скучать. Это, конечно же, и комплимент в сторону оборонительной линии Северного Альянса. И так немножко пожурим мы атакующие силы Волны. Кайнов и компания пока не так уж часто тревожат молодого голкипера Альянса.
первые 20 минут этой встречи. Вот, возможно, сейчас что-то интересное получится. Очередная позиционная атака волны начинается с переката мяча на своей половине поля. Здесь Райский немножко завозился с мячом. Ох, какая опрометчивая передача. И повезло еще, что не удалось на перехвате сыграть форварду Северного Альянса. Так и третий гол мог случиться. Кондратьев пас в штрафную. Не удалось укротить снаряд Кайнову. И в итоге нужно в оборону возвращаться. Гаврилюк там надежно сыграл. Ну да, вот о чем мы говорили. Никуда абсолютно не спешит Северный Альянс, владея мячом. Опять же, понимая, что комфортное преимущество. Два мяча. Вот эта вот передача совсем непонятная. Здесь придумали вблизи тренерской скамейки Северного Альянса. Уверен, Соловьев запомнил этот эпизод. Особенно, если он сейчас опасным моментом завершится. Удар. Но это совершенно не опасно. В исполнении Руслана Кузнецова получилось. С левой ноги пробивал центральный хавбек волны. Точно по центру. Герасимов не имел права ошибиться в этом эпизоде. Гаврилюк начинает атаку своей команды вертикальной передачей. Неплохо не прошла передача, хотя все-таки с мячом остаются футболисты в зеленых манишках. Скидка под удар. Отсюда уже, наверное, простреливать нужно. И третий гол должен был сейчас залетать в ворота, если бы не спасение Райского, который там на ленточке здорово среагировал на удар в упор. Понятное дело, что да, там немножко и повезло ему в том числе. Пробей чуть в сторону соперник, и проблемы бы абсолютно точно у волны очередные в этом матче возникли. Еще замены у Северного Альянса. Давайте я, наверное, вам полностью заявку команды Александра Соловьева представлю, потому как определить всех футболистов в моменте будет, наверное, практически невозможно. Помимо стартовой расстановки и уже появившегося на поле Владимира Победимова, также сегодня принять участие в матче могут Иван Цветков, Александр Новичков и Динар Вахитов. У волны, как я уже говорил, лишь одна возможность для ротации. И Сергей Рыков сегодня уже на поле появлялся. Его выход мы успели поймать в объективы наших камер. Вот как раз сейчас с мячом Рыков, но не убегает он от оппонента. Нужно теперь возвращаться в оборону. Так, Альянса не находят пока они момент для удара. Перекрывают защитники возможную траекторию полета. Правым флангом развивается это наступление. Падение и штрафной. Да, задел в последний момент Руслан Кузнецов сзади своего оппонента. Это было хорошо видно. Не грубо, но этого хватило, чтобы на скользком газоне соперник потерял равновесие. Здесь не будет добивания, хотя очень опасно все это выглядело. И контратака волны. Это желтая карточка, безусловно, за срыв перспективной атаки. Ну и в принципе, наверное, все правильно делал защитник. Горчичник не самое страшное наказание в подобной ситуации. А вот выход один в один мог получиться достаточно перспективным. Один мяч отыгрыша в такой ситуации мог, конечно же, воодушевить команду Александра Румянцева на своеобразный камбэк. А так, пока по-прежнему 2-0. По-прежнему без каких-то
опасных подходов к воротам Герасимова. Ну а желтую карточку Александр Новичков получил, 97-й номер. Именно он сорвал наступление соперника в том эпизоде. Янгель. Навес штрафную. Но здесь Герасимов выходит и спокойно мяч забирает и длинным выносом вперед бросает своих партнеров в атаку. Но и здесь технический брак в обработке не позволяет Северному Альянсу придумать интересное наступление на ворот соперника. И словно Алла Верды, ответ от волны. Кондратьев чуть-чуть в недодачу передачу отдал, а в итоге партнер как на коньках проскользил по дальней от нас бровке. 5 минут у нас остается до завершения первого тайма этого противостояния. То есть не дает фол Сайфутдин Рамазанов, считает, что контакт был недостаточен для того, чтобы штрафную назначать. Кондратьев идет вперед, мимо двоих проходит, передача чуть сильная получилась, и друг другу сейчас высказывают недовольство Рыков и Кондратьев. Но здесь, конечно же, старая футбольная поговорка о том, что виноват всегда дающий, работает как никогда, потому как действительно резко стартануть практически невозможно. А вот на скорости ускоряться и бежать к чужим воротам, это пожалуйста. Сейчас, правда, дело завершается падением, но никакого фола, по мнению главного арбитра встречи, там не было. Футболист по собственной инициативе повалился на газон. Эпизод, что называется, заигран уже, хотя, понятное дело, недовольство со стороны игроков Северного Альянса, оно присутствовало. Держит мяч Северный Альянс, следуя инструкциям своего тренерского штаба. Перекатывая мяч по периметру чужой штрафной. И вот только сейчас в него зайдя, хороший удар, и вновь вручает свою команду Антон Райский. Ногами отразив выстрел в нижний угол. В итоге атака завершилась неиспользованным моментом, а волна, собственно, ответ пытается соорудить. Рыков ждет подключения по левой бровке и бросает в прорыв Алексея Янгеля. Но того к мячу защитник не пустил, выбив мяч на угловой. Еще замены, на этот раз у волны. Все, я думаю, футболисты линии полузащиты успеют отдохнуть по ходу сегодняшней встречи. Но в итоге сейчас отправляется отдыхать Андрей Почепцов. Угловой этот ничем опасным не завершается. Более того, рефери фиксирует нарушение правил. Фол в атаке. Северный Альянс теперь в своем наступлении. Подача. И момент третьим голом завершается. Не сыграл на выходе Антон Райский. Но не может же голкипер вечно свою команду выручать. И за несколько минут до окончания первой половины разрыв в счете у нас становится крупным. 3-0. Вот и повтор этого момента в прямом эфире. Благодарим мы режиссера сегодняшней трансляции Кирилла Разумовского за такой элемент прекрасной трансляции. 3-0, 28-я минута. Северный Альянс доводит разрыв в счете до крупных цифр. И, наверное, резюмируя события стартовой 30-минутки, игровой перевес Северного Альянса, ну, если
не такими цифрами должен исчисляться, то как минимум двумя голами точно. А есть сейчас возможность и четвертый гол провести, если быструю контратаку удастся довести до гола, но вот передача получилась неточной. И в итоге один из двух оставшихся защитников волны сумел таки мяч перехватить. Ну а с передачи победимого Артема Мугулаев отличился в предыдущем эпизоде. Таким образом, и у победимого, и у Мугулаева теперь 1+1 по итогам первого тайма, который еще, правда, не завершился. 30 секунд остается основного времени командам провести на поле. И вот момент у волны. Герасимов вручает свою команду. Ошибка в передаче, в итоге быстрая контратака, и Руслан Кайнов в касание пытался там переправить мяч в сетку, не получился удар точным, точнее простым он для Герасимова получился. Тот занял, наверное, единственную возможную позицию в сложившейся ситуации, и мяч точно в него прилетел, но добивание он уже не допустил. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас события первого тайма подошли к концу. Отдохнем с вами пару минут, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Ну что ж, подошел к концу перерыв в матче 22-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют Волна и Северный Экспресс, Северный Альянс, прошу прощения, конечно же. После первого тайма впереди подопечный Александра Соловьева 3-0. В принципе, абсолютно закономерный итог. Альянс был лучше своего оппонента в стартовой 30-минутке во многом. И несколько из своих перспективных атак сумел таки завершить забитыми мячами. Не сказать, что по большому счету забил все, что мог, но показал близкую к этому результативность, но что более, наверное, даже важно по такому поединку, почти ничего не позволил создать сопернику. Лишь один такой по-настоящему опасный эпизод состоялся в самом конце первого тайма. Сейчас завершается быстрая атака Альянса ударом штангу. 4-0, наверное, по такому сценарию и такому сопернику для Волны, наверное, был бы приговором. И так-то 3-0 выглядит как трудноразрешимая задача, а 4 мяча отставания было бы, наверное, совсем уж худо. Ну а заканчивая предыдущую мысль, лишь в самом конце первого тайма удалось Волне создать по-настоящему опасный момент, когда Руслан Кайнов забивал, казалось бы, из выгоднейшей позиции, но пробил неудачно, и Герасимов спас свою команду. Ну а продолжает атаковать Альянс. Вновь, как и в первом тайме, пытается с первых же минут захватить инициативу. На поле. Посмотрим за ответом Волны. В итоге дело аутом завершается. А сейчас Герасимов выходит из ворот и уверенно, и что самое главное, спокойно забирает мяч в свои руки. Опять же, у Волны не так уж и много возможностей для ротации состава. Всего лишь один игрок на скамейке запасных, и это может стать проблемой в самой концовке поединка, когда надо будет наваливаться на ворот соперника. Ну а если дело пойдет так и дальше, то совсем уж тяжело будет отыгрываться. Два потрясающих момента за 3 минуты, которые прошли с самого начала второго тайма, уже создали футболиста Альянса. Один из них завершился ударом в штангу, второй спасением вратаря после удара в ближний угол. И пока по-прежнему без
работы на своей половине поля почти что стоит Алексей Герасимов. Но вот в самый нужный момент, когда того требовала ситуация, голкипер Альянса выручил свою команду, вовремя сократив угол обстрела и приняв удар Кайнова. Я все про тот же эпизод в первом тайме говорю. Сильная передача, это, насколько я понимаю, Александр Игнатьев нерасчетливый пас отдал. На моей расстановке он отмечен как правый защитник. Насколько я понимаю, по левой бровке сейчас он будет действовать. Плушников пошел вперед, девятый номер. Нечастый гость на чужой половине поля в первом тайме. Вот передача получилась неточной. Здесь еще и серия рикошетов сыграла за того же Игнатьева. А вот пас затем он опрометчиво сильно отдал, опять же, не сделав никакую поправку на состояние газона. В итоге дело закончилось несостоявшимся опасным моментом. Снова Плушников. Райский. Обратно на девятого номера. И вертикальная передача от Кузнецова. Казалось, она обречена на провал. Но в итоге неудачно защитник Альянса поставил ногу и прошла эта передача. Затем, правда, жесткое единоборство здесь на бровке случилось. И досталось по ногам Евгению Нургалиеву, старому новичку волны. Все дело в том, что начинал он сезон в составе команды Александра Румянцева, но затем уходил в аренду в Трувор, и вот в зимнее трансферное окно вернулся обратно в волну. Причем, что интересно, на прошлой неделе волна как раз-таки с Россенера играла. А вот последний матч, в котором принимал участие Нургалиев, это и был как раз поединок волны с Трувором. Пас в штрафную. Не точно получился ассист от подключающегося постоянно в атаку Александра Игнатьева. Пошел там, кстати, на перехват Райский, и если бы ему чуть-чуть не повезло, вполне мог мяч в ворота после этого паса от Игнатьева попасть. Вот сейчас Райский вновь здорово действует за пределами своей штрафной площади. И, перехватив мяч, пытается завести своих партнеров сразу же вертикальный, такой быстрый атакой отвечают ему футболисты волны. Кондратьев. Можно, наверное, было секундами ранее попробовать пробить с дальней дистанции, но не стал 12 номер издали пробивать. В итоге пошла длинная передача. Здесь вновь уже, как заправский либеро, играет Райский. Вновь вышел из ворот и снова не позволил сопернику до мяча добраться. Правда, сами по себе вот такие вот возможности для быстрых прорывов, они, конечно, чреваты для хозяев неприятностями. Ну
Иванов отыгрывается назад. В итоге Гаврилюка доходит мяч, и новая волна атаки Северного Альянса начинается. Перевод мяча на противоположный фланг. Надо будет выбираться из угла, и неудачно это делают подопечные Александра Соловьева. Но сразу же бросаются в отбор, и на самом деле уже не в первый раз подобная тактика приносит плоды. Помним мы в первом тайме, когда под прессингом находясь, один из защитников темно-синих отдал нерасчетливую передачу, и в итоге все дело завершилось выходом 3 в 1 и последовавшим за этим голом победимого. Вот сейчас, правда, лишь не позволили сопернику контратаку организовать. А вот сейчас, может быть, все очень интересно. Удар, ну, как-то слишком просто. Райский и более сложные мячи по ходу сегодняшнего противостояния вытаскивал. А здесь, да, под опорную ногу пытался пробить соперник, но удар не получился сильным. И Райский свою команду выручил. Как и выручает в этом эпизоде, переводя мяч через перекладину, будет еще один стандарт. Не знаю, сколько их уже. За десяток точно разыграли по ходу этого матча футболиста Альянса. На этот раз подача. И еще один кордер. Кондратьев не пустил своего оппонента на ударную позицию. Правда, теперь от правой бровки будет необходимо разыгрывать этот стандарт. На этот раз действительно розыгрыш без подач. Также без каких-то дивидендов. Ну, если не считать, конечно, за таковые несколько убитых секунд. Пока, конечно, о том, чтобы подтягивать время, речь идти не может. Две трети матча только сыграно, 20 минут остается до конца. Да и к тому же перевес Северного Альянса слишком высок для того, чтобы даже думать о том, что можно там время попотягивать. Здесь фол, да, безусловно. Руками прихватывали по Чепцову. Он быстро разыгрывает этот стандарт, не тратя ни секунды лишнего времени. Правда, назвать вот эту вот атаку быстрой волны не получится ни при каких обстоятельствах. Подача. Здесь Герасимов спокойно забирает мяч и никуда не спешит на самом деле. Вот прогулочным шагом дошел до конца своей штрафной, а затем назад партнеру мяч скинул. Хорошая диагональ. Здесь совершенно один принимает мяч партнер. А затем в отборе здорово сыграл Нургалиев, дав начало атаки своей команды. Снова спиной к воротам Кайнов принимает мяч, а в такой ситуации он вынужден бороться не только с соперником, но еще и со скользким газоном, да? Вот чуть-чуть в бровку так выдавил его оппонент, а там дальше уже 11 номер волны старался устоять попросту на газоне. Возвращается на поле у волны Рыков. На этот раз чуть раньше, чем в первом тайме он появился. 18 минут у нас до конца этого матча. 3-0. Северный Альянс ведет благодаря голам Арсения Иванова, Владимира Победимова и Артема Магулаева. Все они были забиты до перерыва. Во втором тайме были еще моменты у Альянса, чтобы увеличить разрыв в счете, а вот шансов реальных таких по-настоящему голевых волны после перерыва вспомнить не получается. Это как раз тот случай, когда у Герасимова есть отличная возможность сохранить свои ворота на замке по итогам 60 минут, но едва ли за это можно будет отметить голкипера Северного Альянса. Здесь скорее даже больше будет заслуга того же Гаврилюка, который здорово подчищает так все на поступах к штрафной своего голкипера.
Но тем не менее, что очень нравится в действиях волны, это то, что даже проигрывая 0-3, даже понимая, что времени остается не так уж и много, все равно темно-синие стараются посредством коротких и средних передач выходить на чужую половину поля. Порой это заканчивается вот такими потерями, но порой вот так вот и Плужников может здорово сыграть в отборе и все завершить классной передачей на Кайнова, который пробивал головой в дальний угол. Но здесь вот Герасимову повезло, что в створ мяч не попал. Хотя, опять же, голкипер Альянс все делал правильно. Вовремя выходил, максимально пытался увеличить площадь собственного тела, но пробить точно Кайнов не уверен я, что сумел бы Герасимов свою команду спасти в этом эпизоде. Направо сворачивается атака Альянса. Следующая передача не точна. Таки придется в оборону возвращаться. Кайнов переводит направо на Плужникова. И последует, конечно же, удар. В такой ситуации, конечно, тянуть не надо. Сразу же увидел момент. Пробуй туда нагрузить голкипера соперника. Вот и пробил Плужников. Получилось не точно. Ну а голкипер волны по-прежнему продолжает подгонять своих партнеров, призывая их к высокому прессингу, который интервалами неплохо по ходу сегодняшнего матча применял Северный Альянс. Как раз таки опрометчиво, да, конечно, пошел в обводку один из игроков Альянса, но обыграл он Рыкова, и в итоге за счет этого численного преимущества в атаке получает Северный Альянс, и заканчивается дело опасным ударом. Но выше перекладины прошел мяч. По лезвию ножа так играя. Конечно, ты можешь атаку на свои ворота организовать, а можешь вот такой момент для своей уже команды создать на противоположной половине поля, потому как, обыграв один в один, ты численное преимущество впереди получаешь. Кузнецов уже и в роли последнего защитника себя пробует. По ходу сегодняшнего матча много он опускается назад. И как раз таки замечали мы уже, что Плужников на фланг перебрался. Более того, даже не сказать, что он в обороне, да, действует. В центральной линии даже. Нургалиев. Отобрали мяч у волны. И еще одна быстрая атака может получиться. 3 в 2. Атакует Северный Альянс. Хорошая передача. И вновь выручает свою команду Антон Райский. Хотелось бы, конечно, добавить, оставляя ее в игре. Но все-таки слишком весомое преимущество как игровое, так и по счету Северного Альянса. Хотя, конечно, один забитый гол может, если не перевернуть игру, то так по-хорошему забустить, да, футболистов волны и на эмоциях пойти вперед, забить еще. Кто знает. Но пока лишь отмечаем очередное спасение голкипера темно-синих. Герасимов, вот его уже подключают партнера к владению. Точной передачей похвастать голкиперу не удалось. Еще замена у Северного Альянса. Пауз в концовке, безусловно, будет больше. К тому же футболистам Манишкам требуется несколько дополнительных секунд для того, чтобы свою экипировку в необходимый вид привести.
держит мяч футболиста Альянса, меняя направление атаки с левого фланга направо. И сейчас не удивлюсь, если обратно верно так пойдет наступление подопечных Соловьева. Не пойдет, потому что нарушение правил фиксирует арбитр. Помогал себе руками Форд, по мнению главного арбитра сегодняшней встречи. Вновь потеря. Не удается даже до середины поля дойти футболистам волны. Удар. И вновь ближний. И вновь на месте голкипера отражает он эту атаку. Это совсем уж не точная передача. Что интересно, игрок только сейчас совершает ускорение, чтобы вернуться в оборону. Кузнецов, прострел неточно. Все-таки с внешней стороны попадает мяч. Еще пауза, еще замены. 10 минут у нас остается до окончания поединка. Ну, чуть больше, да? По-прежнему счет первой половины у нас не меняется. Рыков, здорово, на перехвате, но буквально сразу же мяч сопернику волна отдает. Направо, и вновь технический брак. Увеличилось в концовке количество ошибок, да. Все-таки усталость постепенно начинает давать о себе знать. Опять же, и темп игры не предрасполагает к тому, чтобы концентрацию на максимуме футболисты Альянса продолжали держать. Но вот отказываться от того, чтобы забить еще один гол, они пока, конечно же, не собираются. Игра у них сегодня идет. Если в первом тайме они забили, ну, практически все, что можно, то во втором, наоборот, все, что можно, упустили. Рыков. Пас по центру. Герасимов выходит из ворот и спасает свою команду. За что сразу же похвалу от своего наставника получается со скамейки запасных. А волна получает право на угловой. Рыков от правой бровки подает. Высокая подача. И в итоге завершается дело ударом со второго этажа. Но выстрел, скажем, прямо у Кузнецова не получился вообще. Неплохо тут в центре поля развернули соперника. И в итоге еще один выход 1-1. Выручит в этой ситуации Райский. Да, выручает, конечно, тут вкупе с защитниками они сыграли. Затянули с ударом, безусловно. Но, тем не менее, очередное спасение можно запомнить. Дальний удар, ну, совершенно не точно. Вот есть у нас возможность насладиться повтором. Да, упущен был момент для удара. В итоге там потом уже даже и не Райский свою команду выручил, а Руслан Кузнецов, который принял этот удар на себя. Постепенно подходит к концу поединок. Наверное, можно уже и некоторые такие организационные тонкости вспомнить. На следующей неделе волна в субботу в 10:50 здесь на Флоской сыграет с Тандером. И в этом поединке будет, безусловно, считаться фаворитом Баки. Несмотря на то, что нынешний сезон начали неплохо, попали в полосу неудачи и только-только из нее выбираются. Была одержана первая за почти 3 месяца победа над Интером на прошлой неделе. Ну а Северный Альянс на следующей неделе будет отдыхать в копилку команде Александра Соловьева. Добавятся технические 3 очка.
Напомним, что теперь у нас сразу две снявшиеся команды в первом дивизионе. Ну а две недели спустя Альянс сыграет с ВЭТ, который сегодня здесь обыграл со счетом 2-0 Родину. И насколько мне мои коллеги подсказывают, там еще в этой кадровые трудности были, в результате чего Юрий Геращенко в воротах красно-белых играл, но это не помешало ему на ноль против первой команды на секундочку чемпионата отыграть. Но что самое интересное, несмотря на то, что свой матч химчане проиграли, во главе таблицы они все равно останутся, потому как Фифт со счетом тем же 0-2 уступил лагерю. Чуть позже, там уже в самой концовке, студенты два гола пропустили, и в итоге двое власти у нас в турнире осталось. Из других результатов отметим, что Панорама очередное крупное поражение потерпела. Сегодня здесь также на Флотской с двузначным счетом уступили они футбольному клубу МП. Ну а водный стадион, который заметно обновился, усилился в зимнее трансферное окно, сумел с крупным разрывом обыграть МСК Европу 5-2. Дубли Вековищева и Гриченкова вместе с еще одним голом Сергея Долгова. Это действительно выглядит мощно на уровне первого дивизиона. Ну а что касается турнирных раскладов, то напомним, что ВЭТ, обыграв Родину, таким образом на третье место в таблице выбрался. Но у Практика будет еще свой шанс вернуть себе бронзовую позицию. Уже завтра Акулы сыграют с располагающейся в зоне прямого вылета Пресней. Ну а Северный Альянс, я думаю, что уже ни у кого здесь сомнений в победе команды Александра Соловьева нет. Остается лишь вопрос в итоговом счете. Еще одна быстрая атака завершается ударом в пустые ворота. 4-0 под занавес встречи. Все-таки и во втором тайме подопечные Александра Соловьева забивают. Северный Альянс не сумел улучшить свою позицию в турнире таблицы, но вообще контратака получилась как по нотам разыгранная со своей половины поля. Внешней стороной стопы передача, разрезавшая попросту оборону соперника. Дальше уже, что называется, было делом техники, с которой, естественно, у футболистов Северного Альянса все в порядке. Они это наглядно по ходу сегодняшнего матча продемонстрировали. Ну а автором четвертого гола стал Динар Вахитов. Таким образом, ни одного из футболиста, отметившегося дублями, нет. Ну, результат командной работы, что говорится, налицо. Ну, Северный Альянс остается восьмым, но при этом помним мы прекрасно, что у него есть определенный запас в виде отложенных встреч по потерянным очкам, всего на один балл от ВЭТа отстают подопечные Александра Соловьева. Здесь вся борьба еще впереди, не стоит сбрасывать со счетов и Булат, и МСК Европу. Булат, к слову, завтра также играет с Тандером, о котором мы уже немножко поговорили. А вот МСК Европа, проиграв, конечно, немножко отстанет от своих конкурентов, но будет по-прежнему располагаться выше них в турнирной таблице. Правда, и сыграли больше европейцы остальных. 2 минуты у нас остается до окончания этого поединка. Волна идет вперед в поисках пресловутого гола престижа. Штрафной
заработал от правой бровки. Отсюда, конечно, бить будет сложновато. Кайнову, ну, прострелить или же навесить в самый раз. В итоге бьет Кайнов, перебрасывал стенку, так даже почти без разбега. Но в итоге в створ не попал, хотя, я думаю, нервы так изрядно потрепал Герасимову в этом эпизоде. Еще замена, еще паузы, да. Продолжает тренерский штаб Северного Альянса ротировать и менять расстановку на поле. К слову, сам наставник команды на концовочку возвращается. На газон есть у него минута, может быть, чуть больше, если рефери что-то командам компенсирует, хотя не думаю на то, чтобы также голевыми свершениями отметиться. А здесь фол, да? Совершенно не нужно было фолить на Александре Кондратьеве. 60-я минута встречи, и никакой перспективности эта атака в себе не таила. Но, насколько я понимаю, это был Кирилл Бабаев, а он достаточно известен своим взрывным характером, который, с одной стороны, помогает ему в сложных ситуациях так выгрызать мяч, с другой, иногда приводит к лишним и ненужным горчишникам. В этот раз обошлось, ну а сразу после этого главный арбитр встречи Сайфуддин Рамазанов дает свисток, возвещающий о том, что в поединке 22-го тура первого дивизиона Северный Альянс оказался сильнее волны со счетом 4-0. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания.